Бога связали кумачом и опустили на колени. Сверкнул топор над палачом, а приговор тебя прочел кровавый царь великий. Гений! Да? Слушаю вас. А я вас. Говорите. Как там Америка поживает? Канада? Да нормально. А вы откуда, если не секрет? Нормально. Днепропетровской области. А вы с Харьковской, да? Ну, в принципе, да. Вы меня, Вивер, знаете. Скажите, я вот не пойму. Мы общались уже. Да, общались. Ну, спрашивайте, я вас слушаю. Нет, я вас, вашу точку зрения знаю по отношению к Харькову, что это вроде бы как бы Россия, что ее Украине насильно привели там и так далее. Откуда у вас такая уверенность? Изучение исторических документов. Причем солидных, типа энциклопедии. Каких? Солидных, типа энциклопедии. Брагаус и Фрон, Британика. Вы не путайте, Днепропетровская область — это каноническая Украина. Екатеринославская губерния — это, в принципе, каноническая Украина. А Харьковская губерния — это Слободская Украина. Вот это вот слово, то, что было Украина в названии Харьковской губернии до 1835 года, это она сбивает с толку. Раз есть Украина, то, дескать, это типа тоже Украина. Но это... Олег, да, я слушаю вас. Я понимаю, Олег. Когда... Олег, вопрос такой. Когда произошла Полтавская битва? В 1711 или 12 году. В девятом, да. Помните, у этого самого у Пушкина есть эта самая Полтавская битва, да? Помню, да. Помню. Помни? Помню, да. Тиха украинская ночь, это... В 1709 году. Да, мы уже выяснили. Да. А и Пушкин, и Пушкин писал тиха украинская ночь. Это вы хотите сказать? Совершенно верно. Ну, то есть при Полтавской битве уже украинская ночь была, да? Была, и... конечно, а кто же спорит? Была, да? Да. Когда Московия превратилась в Россию? В 1721 году. Когда Московия превратилась в Россию? Я же вам отвечаю, в 1721 году. Так кто первично? Я понял. Конечно, Украина... Украина была... Украина была, как географическое понятие, ранее, чем Российская империя, это я не спорю. Давайте остановимся на Полтаве. А при чем тут Полтава к Харькову? Полтава — это есть самая каноническая Украина. Даже язык, полтавский диалект считается самым аутентичным диалектом вашего языка, если вы в курсе. И то, что Пушкин писал, он абсолютно правильно писал. Он писал про... Сейчас я... Да, давайте, говорите. Скажите, на слобожанщине на украинском языке разговаривают? Разговаривают. Определенный контингент разговаривает, да. В Брянской области, в Воронежской области разговаривают? Да, разговаривают. Ну, разговаривают. Определенный контингент разговаривает. Смотрите,
Да. Когда скажите, когда вот в 53-м году, ну, не Хрущев отдавал к Украине Крым. Не, хру... не Хрущев. Я так понимаю, не... необходимость была. Не Хрущев. Не, хр... не... не Хрущев. От... Не Хрущев отдавал. И не Маленков. Отдавали в момент, когда первым, когда лидером государства был Маленков. Подписывал не Маленков. И отдавали не в 53-м, а в 54-м. В феврале, по-моему. Ну я продолжайте мысль, да. Что вы хотели про Крым сказать? Да, ну, отдавали Крым, да, что? Да, когда-то произошло. Не просто так. Не просто так, да. Из... А не просто, не просто а так, из экономической. Ой, опять прерывался. Из экономической целесообразности. Но это не меняет ничего. Наверное, зря жалел Деникин хама. Сучье семя повыведем за родную Россию, как гуси их рассеем, тяжела будет исповедь. А за себя он был совсем не разговорник. Да дурака валяли. Разговаривать. Он так говорит. Почему же тогда утилитарном государстве. Украина утилитарное государство. Правильно? Великобритания утилитарное государство. Германия утилитарное государство. У них есть они. Да ж он выволок на свет и приволок подколотый и подшитый материал. Соединенные Штаты Федерации? Слышал? Да? Да? А как называется? Соединенные Штаты Америки. Это Федерация? Да. Вот, Федерация. Ну, королев всегда за Лондрию. И снимся там неровным космодромом. Зеленая, зеленая трава.